В рамках регионального этапа 26-х международных рождественских чтений в городе Серафимовиче Волгоградской области прошел 5-й епархиальный образовательный форум «Нравственные ценности и будущее человечества. Проблемы и перспективы духовно-нравственного возрождения в российской провинции». С прошлого года форум получил статус арсеньевских чтений в честь прославленной в лике мясночтимых святых преподобной Арсении игуменьи Усть-Медведицкой. Потому в этот раз представители педагогического сообщества, казачества и духовенства региона собрались в Серафимовиче, где и находится Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Первым делом они посетили храм Воскресения Христова, где совершили молебен на начало благого дела. Службу возглавил епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. А после состоялась торжественная церемония открытия чтений, которая началась с общей молитвы и небольшого концерта. Юные артисты подготовили музыкальные номера и сценку. На пленарном заседании основной темой выступления докладчиков стали традиции православной культуры, которые могут стать для преподавателей методологическим ориентиром. Были очень такие замечательные, ну, я даже сказал бы, некоторые спорные доклады, да, но очень интересные. Такие они должны и быть в нашей совместной работе. Если бы все, как говорится, дудели в одну дуду, да, и говорили вот так и так, церковь делает так и правильно, и все хорошо, я думаю, это было бы неправильно. В заключении все участники образовательного форума получили сертификаты. Кроме того, в рамках чтений прошло награждение ряда священников и светских лиц епархиальными наградами.